мы продолжаем развивать возможности контейнеров в Antares Universe. Теперь мы добавили возможность изменять их цвет. Цвет может быть назначен любой, как для исходного ассета, так и для его копии индивидуально. То есть вот мы можем скопировать блок, получим точно его копию с тем же цветом. Но можем при желании назначить и другой произвольный цвет, если это необходимо для вашей программы. Но самая интересная возможность, которую мы добавили, это возможность смены цвета блоков в режиме Play. Очень удобная особенность для визуальной отладки кода. Посмотрим, как это выглядит. Запускаем наше приложение. И видим, в тот момент, когда наш робот двигается и код этого блока выполняется, он меняет цвет на желтый. Когда достиг назначенной точки, опять меняет на зеленый. Двигаемся. Желтый. Зеленый. Также цвет отображается на мини-карте. Мы можем видеть выполнение нашего кода в любую минуту. Вместе с цветовой индикацией. Желтый, зеленый, желтый, зеленый. Посмотрим, как это работает. Откроем наш контейнер. Здесь у меня в коде имеются FCM-стейты. Movement Arrived и Movement GoToTarget. Когда они включаются, я меняю цвет через блоки Container Settings Color. Эти блоки живут в папке Containers Workflow. Вселенная стала еще шире, еще разнообразней и интересней.